Подарок для семьи Ковалевых. Благодаря эстафете «Добрых дел», запущенной на телеканале ЕРТС в передаче «Акымсагаты», пятеро детей, оставшихся без попечения родителей, Новый год будут встречать в собственном доме. Аким Майского района Марат Актаев исполнил свое обещание, и у семьи Ковалевых появилась крыша над головой. На новоселье побывала и наша съемочная группа. Проблема жилья всегда острая. Ко мне обратилась многодетная мама с просьбой помочь приобрести дом. К сожалению, она умерла. Дети остались одни. Хочу помочь им и купить дом. До Нового года постараемся все устроить. Аким пообещал и свое слово сдержал. У детей, которые совсем недавно потеряли маму, теперь есть свой дом и надежда на новую счастливую жизнь. В программе «Час Акима» я взял на себя вот челлендж, объявил. В челлендже я проговорил, что есть проблема у нас в районе. Дети-сироты, мать многодетных детей, плюс ко всему дети потеряли мать накануне. И проблема была с жильем, то есть у них никогда не было своего жилья. Поэтому я посчитал, что главнее этой проблемы на сегодняшний день нет. Поэтому благодаря нашим спонсорам я сам внес в лепту, и мы сегодня осуществили этот челлендж. Купить дом помогли местные предприниматели, районный общественный фонд «Туганжер» единогласно поддержал решение Акима. Последние 2 года многодетная семья жила в съемном доме. Теперь появилась возможность строить планы и уверенно смотреть в будущее. Самый старший Денис, у которого уже есть своя семья, является опекуном для 2 младших детей. Валентине 18, самая маленькая Юлиана, ей 12. Новый год наступает уже. Будем отмечать теперь здесь. Спасибо нашему Акиму за то, что подарил нам возможность жить одной семьей, под одной крышей. У нас большая семья, у нас 5 детей, сноха с ребенком, получается. Семья наша очень дружная, все друг друга поддерживают. Благодаря помощи земляков 5 человек обрели дом и уже строят планы, как посадят огород, заведут живность, будут понемногу делать ремонт и просто жить, зная, что вокруг много добрых людей. Гульмира Бактиярова, Дусмбек Токай, ЕТС Ахпарат, Измайского района.